В ходе операции у советского и российского актера Василия Ливанова произошла остановка сердца. Об этом стало известно из сообщений представителей СМИ в субботу, 5 октября. Врачи оценивают состояние здоровья народного артиста как тяжелое. Василий Ливанов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 29 сентября. Перед поступлением в отделение неврологии он жаловался на слабость, одышку, проблемы с речью и болевые ощущения. В связи с этим его родственники обратились за медицинской помощью. В процессе обследования у актера были выявлены признаки дыхательной недостаточности и пониженный уровень кислорода в крови. Врачи также обнаружили воспалительные факторы, превышающие норму в 5 раз. Предварительно был установлен диагноз инсульт. Позднее в средствах массовой информации появилась информация о том, что актеру был удален тромб, угрожавший его жизни.